как и наши гости, спортсмены, тренера, родители. Мы рады приветствовать вас на нашем ежегодном турнире, посвященный Дню защитника Отечества. И мы всегда рады приветствовать наших постоянных гостей и друзей из города Смоленска. Председателя Витебского областного отделения Белорусской Федерации Тэквондо Смычков Сергей Леонидович. Сегодня мы собрали около 500 человек на ежегодный Витебский областной детско-юношеский турнир. Всем удачи! На боях победы. Вы за кого пришли болеть? Что ожидаете от боев? Только победы. Мы настроены только на победу. Тренируемся с братом. Вы довольны?